В преддверии новогодних праздников на картодроме Forza Karting состоялся третий и последний в этом году этап любительского чемпионата по картингу «Микс». Соревнования традиционно проходили в течение 3 дней. В первый день состязалась группа А, то есть самые сильные команды по итогам предыдущего этапа. Во второй — группа Б, а в третьей — группа С. Чемпионат очень разношерстный. Здесь есть как и профессиональные спортсмены с большими титулами и большим послужным списком за спиной, так и новички, так и любители. Поэтому есть разные зачеты. Зачеты профессионалов, зачеты любителей, ну, там, автоклубы, не автоклубы, в общем, всякие зачеты есть. Помимо прочего, предусмотрен и зачет «Гости» для тех пилотов, что приезжают из других регионов. Турнир проводится в формате 4-часовой гонки на выносливость. Но не на уличном картодроме, а в закрытом помещении. Каждый из 4 пилотов команды проезжает в гонке не менее 40 и не более 70 минут. При этом максимальное время непрерывной сессии на одном карте ограничено 35 минутами. Здесь очень важно не просто гонять по кругу и ставить лучший круг. Тут очень важна стабильность, это значит выносливость. Плюс здесь очень много командной работы. Здесь каждый пилот, он взаимозаменяем. Здесь не должно быть такого, что вот один у нас делает это, второй делает это, третий делает это, а вот на четвертом мы все выиграем. Нет. Чемпионат «Микс» проводится на картах «Суперспорт», вооруженных 20-сильными моторами. Техника непрокатная, требования к пилотам высокие, а потому перед каждым сезоном все команды, желающие принять участие в соревнованиях, проходят собеседование со спортивной дирекцией. Это специальные машины, подготовленные, форсированные моторы. Они требуют от участника очень много сил, умения, физической силы, естественно, опыта, как, конечно, гоночного, это тоже. Без гоночного опыта мы не рекомендуем здесь ехать. Для этого есть другие турниры у нас. Помимо «Микса», в клубе Forza Karting проводят чемпионат F1, детские и студенческие соревнования, а также гонку Atomic Race для тех, кто уже занимается картингом, но пока не готов принять участие в «Миксе».